Добрый день или вечер! Мы рады приветствовать вас на нашем канале. Я Татьяна Сахарчук, кандидат педагогических наук с физкультурным образованием, мама троих очаровательных детей, и мне на сегодняшний момент 48 лет. Мне хотелось бы для вас предложить совершенно новый подход в работе с телом. Это соединение знаний об осознанных движениях, а также прикладной кинезиологии. Это тот способ, тот метод, который разрывает привычные шаблоны. Это та возможность, когда через небольшие усилия вы достигаете огромных изменений в теле, которые проявляются не только в физическом плане, но и в эмоциональном в том числе. Итак, как получить максимальную эффективность от нашего канала? На нашем канале есть большое количество бесплатных, готовых комплексов и ресурсов. Всем, кто только начинает знакомиться с нашей методикой, рекомендую начать с бесплатного курса осознанных движений «Первый шаг». И можно параллельно идти начинать с бесплатного марафона «Управляй своим дыханием». Это та основа, которая позволяет вам понять, как вы организованы, как вы управляете своим телом и что вы забыли ощущать в своем теле, и найдете все те слабые места, которые, проработав, дадут максимальную эффективность собранности вашего тела и здоровья. Дальше у нас есть работа, это так называемые следующие два урока комплексных, потому что мы используем комплексный подход в работе с телом. Это апгрейд своего тела, база, два урока. Или это может быть марафон, значит, здоровое тело за 8 урока. Также у нас есть бесплатные марафоны, убираем боль в спине и здоровый и плоский живот. Также есть у нас комплекс зарядка для ленивых. Если вы хотите проверить управление в той или иной зоне, или вы хотите просто поработать с зоной, которая связана с определенным регионом, у нас есть подборка плейлистов на очень большое количество зон, которые так или иначе могут нам сигнализировать о каких-то неприятностях. Это все находится в бесплатном доступе. Теперь следующий этап – это платная работа. Чем она отличается от бесплатной? Это новые программы, новые знания, которые я продолжаю получать в процессе работы с вами и с собой в том числе. И это всегда моя поддержка. Это те программы, у нас есть такое направление – марафоны. Это тот кусочек, который вы хотите попробовать, почувствовать, а что же это такое. И у нас есть марафоны, которые работают, вечерний интенсив, это комплексные уроки 3 раза в неделю, где мы больше работаем с весом, с таким с компонентом собирания мышечного управления тела. Также у нас есть марафон лицо, в ближайшее время выходит марафон стопы и будет марафон примитивные рефлексы. Это без поддержки в теории большой, это будут идти на площадке Instagram и YouTube, то есть в зависимости от того, где мы будем собирать этот марафон. Следующая работа более глубокая, это работа, где есть большой кусок теории, где есть обязательно мануальная работа, где мы разбираем все нюансы, которые позволят вам работать эффективно не только со своим телом, но и с клиентами. Если вы работаете как специалист и используете эти знания для работы в своей практике, это наши онлайн-курсы. У нас на сегодняшний момент 4 онлайн-курса, это SPM Face. Это курс, который связан с работой с черепно-мозговыми нервами, с костями черепа. И обязательно в каждом курсе есть теоретическая часть, мануальная техника и двигательные уроки, комплексные по нашей методике. Значит, следующий кусочек – это стопы, апгрейд своих стоп, курс, где мы работаем со стопами. А также у нас курс, который называется «Тазовое дно и эмоции». Это такая базовая работа с тазовым дном и с работой с убеждениями. И в ближайшее время у нас будет курс «Колени и тазобедренные суставы». У нас ушли 2 курса из возможности их регулярно повторять, потому что нет возможности вести все курсы одновременно. Это апгрейд своего тела 2.0 и специи. Туда входит курс, который связан с использованием специй для коррекции бакфлоры. А также там сейчас находится курс «Останови старость» или «Примитивные рефлексы». Вот основные направления, которые есть у нас в работе. И у нас есть замечательный клуб, онлайн-клуб, в котором проходят в реальном времени 2 урока. Это понедельник и среда. Также раз, иногда 2 раза в месяц проходят большие комплексные такие темы, значит, вебинарные, где мы разбираем разные проблемы, которые могут так или иначе теоретически сказываться на нашем здоровье. И это огромный накопленный багаж уроков, теоретических, вебинаров, которые позволят вам двигаться в направлении работы с телом,
именно там, где нахожусь я сейчас. То есть все, что я знаю на сегодня, я стараюсь максимально использовать в работе нашего клуба. Итак, вам рекомендую для того, чтобы получить максимальный эффект, первое, попробовать сделать не так, как всегда. Попробовать прислушаться к звуковой инструкции и попробовать почувствовать свое тело. Через 2 недели вы уже начнете замечать изменения, если вы изменили свой привычный шаблон работы с телом. Через 2 месяца ваши новые паттерны станут частью вашей жизни. И вы поймете, как с малой интенсивностью, максимально эффективно не только убирать проблемы, снимать проблемы, но и улучшать свое тело, понимая, что возраст – это очень относительно. Будем рады видеть вас во всех наших программах, курсах и желаю успеха в освоении собственного тела.